И он его написал, судя по всему, подросток, в ответ на видео «Три простых правила мужской гигиены». И в этом видео я говорила о том, что нужно утром и вечером мыться, желательно отодвигать крайнюю плоть, можно не использовать дополнительной гигиены, достаточно проточной воды, и это очень важно. И вот молодой человек СУ спрашивает, а бумагой туалетной пользоваться или нет, когда я вытираю насухо? Ну, вообще-то существует, действительно, если наружные половые органы мокрые, можно воспользоваться туалетной бумагой, и в этом как бы никакой новости нету. Там есть нюанс, знаете где? Если у мужчины есть варикоцелия и есть геморрой, потому что варикоцелия и геморрой, расширение венозных сосудов, это как бы звенья одной цепи. И обычно мои коллеги говорят, что соблюдая гигиену, они рекомендуют после похода в туалет по-большому не пользоваться туалетной бумагой, а пользоваться холодной водой, подмываться. Это очень хороший совет, потому что он вызывает сокращение венозных сосудов, и это плюс. И сокращение венозных сосудов не только в зоне прямой кишки, но и в области яичка. И да, также можно после подмывания протирать, промокать туалетной бумагой. Или люди пользуются влажными салфетками. То есть, в общем, такой смешной вопрос. Он как бы сам себе разумеется, но тем не менее.